Тема Дикого Запада не очень популярна на iOS. Тех же зомби и птичек наберется в десятки, если не в сотни раз больше. А те игрушки, что уже существуют, как-то не очень впечатляют. Челинга снова ленится и выпускает очередной клон шутера Gun Bros в ином сеттинге и с еще более посредственной графикой. Игра может предложить нам свободу выбора, одинаковых квестов, откровенно незамысловатый геймплей, увлекательную, в кавычках, но никому не нужную сюжетную линию, возможность накопления внутриигровых богатств, АКРПГ элемент и практически обязательный для проектов такого уровня магазин условно обязательного контента, заметно облегчающего прохождение миссий. Если вы играли в Gun Bros или, что еще лучше, в Mini-Gor, вы играли и в Cowboy Guns. Либо ждем распродажи, либо с чистой совестью проходим мимо.